Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Сегодня новости из России. Привитые иностранными вакцинами туристы смогут получить российский QR-код. На каких условиях и на какой срок, давайте разбираться. Иностранные, а также российские граждане, привившиеся от коронавируса зарубежными вакцинами или переболевшие за границей, смогут получить ковид-сертификат в Российской Федерации. Об этом вечером 14 января сообщила в ходе брифинга вице-премьер правительства Татьяна Голикова. Дату, с которой предполагается внедрить такую практику, замглавы Кабмина не назвала. Документ будет выдаваться на полгода при условии прохождения теста на наличие антител. Накануне днем правительство Российской Федерации решило отложить второе чтение законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах, объяснив это тем, что он нуждается в доработке из-за активного распространения нового омикрон-штамма коронавируса. Между тем, требование предъявлять сертификаты о вакцинации при посещении торговых центров, ресторанов, музеев, концертных залов, кинозалах и так далее, несмотря на то, что пока они не установлены на федеральном уровне, по-прежнему могут регионы, в зависимости от эпидемситуации. Это создает неудобства как иностранным туристам, так и российским гражданам, привившимся зарубежными вакцинами во время поездок за границу. Решение о выдаче QR-кодов иностранцам может стать стимулом для активации въездных турпотоков в Россию, не говоря уже о том, что наши соотечественники вакцинировавшиеся за рубежом будут испытывать меньше проблем из-за ковидных ограничений у себя в стране. На сегодня у нас все. Оставайтесь с нами и следите за новостями.